Здравствуйте, это информационный канал «Тема дня». Здесь вместе с экспертами мы обсуждаем жизнь нашего региона, новости, события и главные вопросы. Поговорим сегодня о безопасных пассажирских перевозках, о том, как курортная отрасль Кубани восстанавливается после кризиса. И еще расскажем о первых летних играх юнормейцев. Ну, начнем с дорожной темы. В крае ужесточен контроль соблюдения масочного режима в транспорте и общественных местах. Об этом было сказано на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. На Кубани продолжает действовать режим повышенной готовности. Специалисты настаивают, что в закрытых помещениях, в местах скопления людей, к которым относится и общественный транспорт, необходимо носить защитную маску. Эти меры, по словам проверяющих организаций, в том числе и Министерства транспорта края, хуже всего соблюдают в Тбилисском и Василковском районах. Но помимо масочного режима, у специалистов Минтранса и не только много замечаний к перевозчикам по вопросам лицензий и другой документации. Как проверяют пассажирский транспорт в регионе и как наказывают нарушителей, мы обсудим это с Виктором Паньковым, начальником управления пассажирских перевозок Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, и Павлом Переверзой, начальником межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю. Здравствуйте. Добрый день. Ну, главный вопрос, о котором я уже начала говорить, что во время последнего заседания краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом было принято решение ужесточить контроль за соблюдением как раз масочного режима. Вот давайте с Минтранс начнем. Какие были даны рекомендации перевозчикам? Как выполняется это поручение властей края? В принципе, что хотелось бы сказать, рекомендации Роспотребнадзора были выданы еще ранее на стадии введения карантина и предусматривали несколько этапов соблюдения определенных режимов при выходе, при дальнейшем снятии либо введении карантинных мер. Угу. Вот. Эти рекомендации со стороны Минтранса были доведены до перевозчиков, которые непосредственно подконтрольны Минтрансу, вот, и до муниципалитетов, чтобы каждый в своем муниципалитете отработал, довел эти требования до перевозчиков и проводил мониторинг по их соблюдению. Вот. Соответственно, требования эти не новые, но проводимый мониторинг показывает, что все-таки есть моменты, которые нужно доработать. Пробелы, вот, да? Да. Вот. А где они? В каких муниципалитетах? И почему так случается? На первом этапе это было практически во всех муниципалитетах. И основной проблемой на сегодняшний день, еще раз хочу сказать, мы проводим мониторинг. Только сам непосредственно контроль обеспечивает сотрудниками полиции. У них есть право выявлять и пресекать, составлять протоколы по этим, за эти нарушения. В ходе нашего мониторинга за последние 2 недели существенно улучшилась ситуация в крае. Практически у нас весь водительский состав, в том числе в муниципалитетах и на междугородних автобусных маршрутах, на сегодняшний день соблюдает масочный режим. Вот. Что касается пассажиров, здесь более сложный вопрос, но в целом необходимо отметить, что позитивные тенденции все-таки преобладают последние 2-3 недели. А здесь тоже рекомендации может дать Минтранс? Или эти здесь рекомендации выдал Минтранс России совместно с Роспотребнадзором. Вот. В принципе, они были доведены. В этих рекомендациях сказано, что на территории автовокзалов, то есть в самих зданиях автовокзалов и внутри транспортных средств должен соблюдаться масочный режим. Вот. В принципе, это основное. Виктор Сергеевич, вы говорите, что ваша задача, Министерства, транспорта, это мониторинг ситуации. Как это осуществляется каждый день, в каком режиме, сколько человек этим занимаются, какие группы, куда выезжают? Пока это осуществляется только силами сотрудников министерства. И в муниципалитетах, соответственно, муниципальными служащими, каждый в своей зоне ответственности. То есть мы мониторим в целом по нашему транспорту межмуниципальному и работу автовокзалов. Вот. Мониторим, это значит, ваши сотрудники приходят на автовокзалы, да? Да, есть требования Роспотребнадзора, мы сверяем, соблюдают требования, не соблюдаются. Если не соблюдаются, действия Минтранса какие? На первом этапе вызываем руководителя, проводим работу. По данному вопросу. Как правило, этого достаточно будет. Угу. Все справляются с вопросом. Павел Викторович, подключайтесь к разговору. Как сказал мой коллега, рекомендации были выданы, которые были подписаны Роспотребнадзором и Минтрансом России, всем перевозчикам. Вот, поэтому при проведении, также у нас подписано соглашение с Роспотребнадзором, при проведении рейдовых мероприятий мы проверяем также и масочный режим. За период провели 30 рейдовых мероприятий совместно с Роспотребнадзором.
Данные, которые нарушения были выявлены, были переданы в Роспотребнадзор, так как полномочия по масочному режиму есть у Роспотребнадзора. Ну, а что касается вот масочный режим, это понятно, санитарная обработка. Здесь как идет контроль за внутригородскими перевозками пассажирскими и междугородними? И с вашей стороны, и с точки зрения Минтранса. Давайте скажем об этом. Ну, это, хотелось бы отразить это вопрос непосредственно перевозчиков, их ответственность, а контроль осуществляет Роспотребнадзор. И какие-то рекомендательные направляют моменты для перевозчиков? Не рекомендательные, да. Были все выданы до этого, вплоть до какими средствами, какие характеристики, ну, чистящих средств должны быть. Эти все рекомендации до перевозчиков доведены. То есть, в принципе, все перевозчики в крае эти рекомендации получили и должны исполнять. Обычно они выполняют перед выпуском на рейс санобработку, точно так же после заезда в гараж. Ну, вот автодорожный надзор может это контролировать? Контроль мы не можем контролировать в предприятиях, потому что, как бы там ни было, это уже выездная проверка, мы ограничены 294-м федеральным законом, не имеем права проходить на выездные проверки. Вот чтобы было жестче, наверное, воспринята эта информация, какие последствия, сколько машин отправлено на штрафстоянку? Можем об этом сказать? Значит, за этот период мы в ходе рейдовых мероприятий мы проводим совместно с Минтрансом, с сотрудниками ГАИ. Было арестовано 25 автобусов, поставлено на штрафстоянку, у которых были выявлены нарушения. Данное транспортное средство со штрафстоянки отпускается после вынесения постановления. Вы говорите, выявлены нарушения. Какие это, как правило? Разные бывают нарушения выявлены, как работа без лицензии, как работа без маршрутных карт. Вот поэтому это самые такие основные нарушения, которые встречаются. То есть лицензия, да, отсутствует? Да, отсутствует лицензия. На сегодняшний день у нас по краю порядка 3000 лицензий, порядка 15 тысяч транспортных средств, которые занесли в реестр. И, допустим, те же пассажиры, которые могут через интернет-ресурсы заказывать себе поездку, могут также зайти на наш сайт, где четко можно посмотреть, имеет перевозчик лицензию или нет, внесено транспортное средство в реестр или нет. Давайте продолжим разговор о каких нарушениях, да, какие нарушения допускают пассажирские перевозчики буквально через пару минут. Это тема дня. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы сегодня говорим о безопасных пассажирских перевозках на территории края. Итак, вопрос к обоим гостям. По поводу легальности, да, мы начали говорить до рекламы. Давайте подробнее остановимся на этом вопросе, потому что это важный аспект в целом в безопасных перевозках. Кто следит в крае в целом, да, за этим вопросом? Легальности, лицензии. Если определенный список документов у самого водителя, да, не перерабатывает ли человек, да, потому что мы знаем многие примеры, к сожалению, с несчастными последствиями. Ну, на сегодняшний день это головная боль у всех регионах, наверное, это незаконные перевозчики. И сегодня каждый регион, каждый субъект решает вопросы по отработке данных перевозчиков. В нашем крае у нас подписано соглашение с Минтрансом, с ГАИ, по работе в этом направлении. Регулярно проводятся рейды, изучаются интернет-ресурсы, потому что сегодня многие нелегальные перевозчики пользуются именно интернет-ресурсами типа Блаблакар и так далее. Да, хотел сказать, что надо пояснить, что нелегально это больше относится не к муниципальным перевозкам. Конечно. Да. Есть регулярные перевозки, которые можно отследить и которые внесены в реестр как городские, как пригородные, как межсубъектные. Ну а с сезоном, естественно, увеличится поток с других субъектов туристов, и, естественно, нелегальные перевозки у нас увеличиваются. Поэтому постоянно проводится работа. Вот. Действенная мера – это арест, как я уже говорил. Вот. И действительно, три субъекта, которые работают в этом направлении – это ГАИ, Минтранс и Ространснадзор. Вот в рейдовые группы как раз представители Минтранса входят, правильно я понимаю, да? Да, у нас в крае создана рабочая группа под председательством вице-губернатора, которая объединила все структуры, задействованные в данном процессе.
Вот. И в рамках этой рабочей группы мы взаимодействуем, в принципе, организовываем совместные мероприятия. А у нас еще помимо незаконных перевозок в части автобусов, есть еще незаконные перевозки в части легкового такси. Ну, это зачастую транспортные средства до 8 посадочных мест. Но тоже пассажирские. Вот. Да, по сути, они... Все те же нарушения. Единственное, привлечение органа требует сотрудников полиции для того, чтобы привлечь данных перевозчиков к ответственности. Вот. В рамках этих групп созданы и работают. Есть объективная необходимость увеличения работы данных направлений. Но у нас край наиболее востребован, сезонный фактор имеет. Вот. Летний фактор. Как правило, сезон у нас начинается, количество регулярных маршрутов увеличивается зачастую, и соответствующе в прогрессии растет и количество нелегальных перевозчиков. В связке с вами работают, естественно, и ГИБДД. Сейчас с нами на телефонной связи Александр Селик, инспектор по особым поручениям отделения технического надзора у ГИБДД Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Александр Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте продолжим разговор в сфере безопасности. Как следят инспекторы ГИБДД края за соблюдением технической исправности пассажирских транспортных средств на дорогах края? При проверке пассажирских транспортных средств сотрудниками государственной инспекции первоначально их техническое состояние оценится вызывание. Обращается внимание на исправность внешних световых приборов, работоспособность аварийных выходов, наличие исправности ремней безопасности, наличие изменений в конструкцию транспортных средств, согласование ГИБДД, состояние шин, много других вопросов. А при наличии достаточных оснований предполагать, что на транспортном средстве неисправно рулевое управление, тормозная система, сотрудниками используются специальные диагностические приборы. Могли бы привести пример последних проверок, какие результаты, чтобы понять, насколько актуален этот вопрос для нашего региона? Много ли нарушителей? За первую неделю августа сотрудниками государственной инспекции к административной ответственности было привлечено 447 водителей автобусов. 4 автобуса помещено на специализированную стоянку. 2 автобусам была прекращена регистрация за внесение изменений в конструкцию без разрешения ГИБДД. Основные нарушения, выявляемые при проверках пассажирских, это управление автобуса с техническими неисправностями. За последнюю неделю их выявлено 70. Несоблюдение водителями режима труда и отдыха, там более 20 нарушений. 3 нарушения правил перевозки пассажиров. Ответственность за данные нарушения, это в основном административная ответственность. Но при выявлении обстоятельств, исключающих дальнейшее движение транспортных средств, также нами принимаются меры по прекращению перевозки пассажиров и исключению транспортного средства из процесса движения. Спасибо. С нами на связи был Александр Селик, инспектор по особым поручениям отделения технического надзора у ГИБДД России по Краснодарскому краю. По поводу, несоблюдения трудовых норм и часов. Наверное, это частая проблема, когда водители не досыпают, работают в несколько смен подряд, что часто становится причиной как раз аварий. И, естественно, ни о какой безопасности пассажиров говорить не приходится. Я бы хотел остановиться на недавнем резонансном ДТП, которое было в Крыму. Перевозчик Донец, это получается лицензиат из Крыма. Дважды мы его арестовывали, транспортные средства, в 2018 году, в 2019. И одним из нарушений это был режим труда и отдыха. Которое ДТП было буквально недавно, где 9 человек погибло. Также было нарушение режима труда и отдыха. Что грозит самому водителю? У нас, к сожалению, время заканчивается, чтобы понять. По сути дела, там на водителя небольшой штраф. Дело в том, что здесь за режим труда и отдыха в первую очередь отвечает организатор перевозок, то есть владелец лицензии. Что касаемо если человек скажет, я вполне отработал только несколько часов, как это проверить? Дело в том, что есть прибор тахограф, который отслеживает его режим труда и отдыха, вплоть даже до скоростного режима. Это в рейде и проверяется, В рейде проверяется, мы распечатываем, мы смотрим, какой у него был режим труда и отдыха. Вы сказали о том, что есть такого сомнительного рода организации, предлагающие свои услуги пассажирские, Что должны сами люди брать во внимание, когда доверяются таким перевозчикам? Чем рискуют? Первое, на что бы хотелось обратить внимание, есть регулярные перевозки. Надо, конечно, пассажирам ориентироваться на регулярные перевозки, потому что данный перевозчик, он и включен в реестр маршрутов, и его можно посмотреть на сайте Минтранса, если он внутри края, на сайте Минтранса России, если он за пределами, межсубъектный.
Также можно посмотреть на нашем сайте, имеет он лицензию или нет. На сайте, конечно, каком? На сайте Госавтодорнадзора нашего управления. Автодорожного надзора, конечно, да? Весь перечень лицензий, реестр есть, и реестр транспорта тоже есть. Кстати, по этому крымскому перевозчику его транспортное средство не было включено в реестр. А тогда, ну, то в завершение уже давайте точку такой поставим. Сколько на сегодняшний день в Краснодарском крае легальных перевозчиков, лицензированных? Ну, сегодня, как уже сказал, 3079 лицензий и порядка 15 тысяч транспортных средств, которые внесены в реестр. То есть, в общем, людям самим нужно быть внимательными. Естественно. Информации. Да. Благодарю вас. В этом блоке мы говорили о безопасных пассажирских перевозках. Спасибо, что остаетесь с нами. Скоро продолжим.